Отлично, спасибо вам большое. У меня ощущение, что это какие-то инопланетяне. Знаешь, музыка-то такая тревожная. Сейчас на эту тему мы будем общаться. 27, 28 и 29 декабря в Институте искусств пройдут новогодние музыкальные интерактивные спектакли «Миссия выполнима». А не просто так, а в рамках проекта, который носит название «Дети играют детям». Сегодня в нашей студии детский театр современного искусства «Эти дети». Доброе утро! Доброе утро! Ну и режиссер Евгений Крайзлер. Вам здравствуйте и отдельное привет. Ну, рассказывайте, что вы подготовили и что мы увидели, что это за отрывок такой? Из какой части? С первой? С серединки? Может быть, это финал уже действа? Ну, здравствуйте. Давайте для начала я скажу, что это выпускники театра современного искусства «Эти дети». Это ребята, которые закончили уже основную программу театра во Дворце пионеров в Красноярском. А теперь уже выпустились, и мы организовали уже свой театр на основе театральных мастерских, которых уже было 4 выпуска. И теперь мы назвали этот театр «Театральное арт-пространство «Эти дети». Ну, а теперь, собственно говоря, по поводу новогоднего выступления. Это история о том, как один мальчик очень любил компьютерные игры, и его затянуло туда виртуальное пространство, и он там мог остаться навсегда, если бы не его друзья, которые решили спасти и вытащить его оттуда. А мальчик-то где? В таком случае возникает вопрос. Мальчик еще, видимо, он, видимо, там еще, понимаете? И вот друзья идут на помощь, чтобы его спасти, а главная мысль, конечно, что есть книги, есть реальная жизнь, кроме виртуальных игр. И понятно, что книги – это знание, знание – сила. Ну, а это такие прообразы, мифические древнерусские существа Василиски. Вот. У меня, знаете, всегда возникает вопрос, когда я вижу на костюмах электронику, не случается ли замыкание и не бьет ли вас потихонечку током? Нет, никогда не било. Ни разу? Ни разу. Ну, слава богу. Все. Застрахованы костюмы. Кстати, кто принимает участие в пошиве костюмов? У вас есть отдельная должность, такая как художник по костюмам? У нас есть, да, у нас специально есть... наш художник по костюмам. Это мама одного из детей, которая у нас занималась в студии. Вот, поэтому у нас это все разрабатывается, шьется. Это все, как говорится, специально. Ну, видна нотка профессионализма. Скажите, вот у вас называется музыкально-интерактивный спектакль. А в чем же будет состоять интерактивность? На какую тему будут общаться со зрителями главные герои? Ну, главные герои, как всегда, знаете, в такой ситуации им будет сложно в какой-то момент справиться со всем этим, с виртуальным миром. И поэтому в какой-то момент понадобится помощь зрителей, как всегда. И зрители будут, надеюсь, активно помогать своей энергией, какими-то своими ответами. Ну и самое главное, в конце все это закончится каким-то, наверное, общим флешмобом, праздником. У меня последний вопрос к девчонкам. Очень часто родители, когда это увлечение переходит уже границы и начинают, может быть, наступать на школу, начинают говорить, нет, все, заканчивай. Вот как родители относятся к тому, что вы много времени тратите именно на театр? Ну, нас привыкли уже все. Привыкли уже все? Да. А мешает вам все учеба? Школа знает уже, что иногда просто уходишь со школы сразу на выступление какое-нибудь. В смысле, прогуливаете уроки? Не прогуливать, а замещать одно да. другим. Да. Прогуливаете вы, Евгения. Да. Именно так. Ну, давайте, Евгений, приглашайте наших зрителей. Вот можете воспользоваться этой камерой. Да. И, значит, мы всех приглашаем, конечно, наши новогодние представления, которые пройдут с 27 по 29 декабря в помещении Института музыки и театра. А также я хочу сказать, что мы с февраля начинаем как бы репертуарный театр. У нас будут спектакли как для детской аудитории, так и для молодежной. Поэтому всех приглашаем в наш новый театр по адресу Авиаторов 25А. Прекрасно. Отлично. Добро пожаловать. Спасибо за то, что пришли с утра пораньше.